Библиотечная сеть страны под руководством Национальной библиотеки остается источником актуальных знаний, несмотря на доступность информации в современном мире. Это важная миссия библиотек в реализации посланий главы государства. Руководство Национальной библиотеки вместе с сотрудниками, представителями творческой интеллигенции, писателями и учеными собрались, чтобы поставить для библиотек новые цели. В первую очередь необходимо продолжить обновлять фонды и предоставлять посетителям самую свежую и, главное, достоверную информацию. Вопреки стереотипам о малочитающем поколении, статистика показывает обратное. За последние годы число посетителей нацбиблиотеки выросло, причем на 30%. И это не просто студенты, а люди, работающие в различных отраслях и желающие повысить свою квалификацию. Такой интерес привел к тому, что на базе библиотеки сформировались и работают несколько профессиональных клубов, объединяющих, к примеру, бухгалтеров, маркетологов. Популярен также и клуб финансовой грамотности. Сегодня у нас проходит клуб бухгалтеров. В соседнем зале у нас 160 человек сейчас уже находится, которые вот пришли повышать свои знания. Именно пришли в библиотеку, потому что мы сумели создать им, предоставить вот ту информацию, которая им нужна и которая востребована. И внести свой вклад в повышение человеческого капитала, повышение уровня их образованности.